Сергей Меньков, автор-исполнитель, земляк. Мы не только с Олежкой друзья, но и земляки. Оба с Алтая. У нас там Крушики, а я с Барнаула. А здесь вот познакомились и сразу стали друзьями. И в честь его дня рождения, Олежка, для тебя одна из моих хороших песен. Шансон в состоянии души, ребята. Давай, 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 давай. Однажды приятель сказал: оглянись, ты впустую прожил свою грешную жизнь. Ты неправильно пишешь, неправильно песни поешь, их никто не услышит, в безвестности ты пропадешь. Я со вздохом ответил: может быть, ты прав. И не то я пишу, все каноны поправ. Ты стилистики в песнях моих не ищи. Просто это шансон, состояние души. Я не строю иллюзий, я просто живу. Жизни, что испытал, известно лишь мне одному. Свои мысли, стихи я в тетрадь заношу. Обсуждать не хочу, а понять лишь прошу. Не суди, и тебя не осудит никто. Я ответил в дверях, надевая пальто. Можно петь и писать, жить при этом в глуши. Просто это шансон, состояние души. Я по городу брел и обдумывал друга слова. И от мыслей и чувств разрывалась моя голова. Я смотрел на людей и не видел сочувствия в них. И, глядя на меня, в ожидании город притих. В ответе Высоцкий круг, значит, прожили зря. Но остались навечно, на сердце они у меня. И у этих могил прошепчу я в тиши. Просто это шансон, состояние души. Высоцкий круг, значит, прожили зря. Но остались навечно, на сердце они у меня. И у этих могил прошепчу я в тиши. Просто это шансон, состояние души. Просто это шансон, состояние души. Просто это шансон, состояние души. Всем спасибо.